Помидоры он хочет вам показать. Эта грядка в 20 квадратных метров – своего рода экспериментальная площадка. Здесь юные сочинцы, среди которых и 6-летний Максим Тепляков, делают первые шаги в садоводстве. Под присмотром воспитателей выращивают, а затем сами и оценивают вкус плодов своего труда. Сейчас как раз поспевает очередной урожай помидоров. Есть помидоры, точно. Но все же цель визита мэра в детский сад номер 69 – ремонт. Две недели назад в этом дошкольном учебном заведении комиссия уже была. Тогда был сделан ряд замечаний, даны были и поручения. В частности, шефов просили обновить асфальт во дворе и перекрыть крышу. Теперь дорога идеальная, говорят воспитатели. А вот с ремонтом кровли возникли сложности, признаются шефы этого дошкольного учреждения. Я обещал, что крышу сделаю. Когда он сказал, что ее это можно 1 сентября, не, да. Почистить, что ее можно. Ну, ее исследовали, обследовали. Что детально. Нельзя ее, да? Нет, ее нужно частями, кусками починить, ну. Восстановить эти... Да лучше уже тогда, уже шифер, это сейчас конечно, уже все это все лучше заменить. К концу года крышу пообещали заменить полностью. В детском саду номер 132 тоже готовились к новому учебному году. Посмотрите, какой у нас прекрасный асфальт. Это благодаря нашим шефам. Сочинский мясокомбинат, Нина Ивановна Барская, наш ангел-хранитель, наш помощник, который нам и окна пластиковые поменяли в нашем детском саду. А вот обновили фасад здания за деньги муниципальные. Пока отремонтирована только та часть, которая выходит на улицу Донская. Работы выполнены в срок и с высоким качеством, радуются воспитатели. Правда, в сентябре здесь вновь заработает строительная техника. По краевой программе детский сад номер 132 получит новое ограждение. Также принято решение, что в следующем году будут выделены средства на завершение работ оставшейся без ремонта части фасада здания. Ольга Десятова, телекомпания ФКТ.